Я вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами з'ясуємо, чи готові ми стати справжньою європейською державою. В цьому нам допоможуть наші сьогоднішні гості. Завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Друзі, доброго дня! Дуже рада вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, що ж сьогодні нам заважає стати справжньою європейською державою? Ось саме сьогодні, щоб сьогодні, и мы уже справжня и европейская держава. Ну, такого, Аня, это быть не может. Сейчас и сегодня, и в данную минуту ничего не может произойти. Нет, мы хотим сегодня, нет, мы хотим сейчас. Да. Катя, к сожалению. Помнишь эту песню? Да, конечно, к сожалению, этого и быть не может, потому что это процесс, который развивается во времени, и процесс, который требует осознания цели, к которой мы идем. Быть европейской страной, у каждого свои понятия, каждый вкладывает свое понятие, свой смысл в это понятие. Вот, Катечка, вот ты, например, какой смысл вкладываешь в это понятие? Я вкладываю, разумеется, как работник культуры, я вкладываю в понятие быть европейской страной, это быть культурной страной. Культурная не в плане музыки, танцев и песен, а культурная в большом, в широком понимании этого слова, потому что культура в моем понимание. Это и переход улицы на зеленый свет, это и содержание своих мыслей в порядке. Ух ты, и да, мысли? Такое экологическое мышление, я бы это так назвала. Это телезрители, экологическое мышление, попрошу заметить. Вы экологически мыслите? Я думаю, что события, которые происходят сейчас, я не говорю о событиях на Востоке, я говорю вообще о децентрализации. Ладно, о Востоке, об каких-то изменениях в системе образования, медицины, культуры. Вот все это в комплексе сейчас переформатирует наш мозг, наше мышление, и я вижу выход на европейский уровень именно в экологическом мышлении. Угу. Катечка, ну, конечно, очень здорово, только как-то это слишком... Хотелось бы, чтобы сегодня мы уже были... А нам пока еще, друзья, с вами идти и идти, да? Разрешите, я еще дополню. В моей жизненной практике, литературной практике, я много читаю, и я из всей литературы выделила такой клан людей из мировой литературы, из мирового процесса. Клан людей, к ним относятся Леонардо да Винчи, к ним относится наш адмирал Макаров, к ним относятся... Мой знакомый отец Борис Каширов, к ним относится очень много моих друзей. Это люди, которые в свое время на своем месте сумели сделать или делают в данный момент, делают вокруг себя пространство, в котором любой человек себя чувствует хорошо, в котором любой человек может проявить себя истинного. Если Леонардо да Винчи начинал заниматься каким-то делом, он это делал истово, он это делал от чистого сердца и шел до конца. И также наш адмирал Макаров, который брался, ну вот за что бы он ни брался, да, ну за что было. Бы ни брался, у него все горело, он хотел. И что ты думаешь, Анетта, ему не ставили палки в колеса? Еще как ставили. И он перебарывал это и шел дальше, он... Ну, умничка был. Туда же относится святой Савва Священный. Это так я навскидку вспомнила своих, ну, можно сказать, друзей, с которых я беру пример. Вот. И что касается интеграции, что касается становления нашей страны на европейский уровень, то я думаю, что нам надо побольше становиться людьми, вокруг которых хорошо. Это очень здорово. Вот вы люди вокруг, рядом с вами хорошо, правда, телезрители? Я думаю, что и вам тоже, вы заражаетесь этой, вы получаете это поле любви и надежды в то, что рано или поздно, а будет хорошо, уже даже сегодня. Вот сейчас хорошо и слава Богу, правда? Доповнюючи Катерину, хочу сказати, що у своїй роботі ми керуємося одним простим, усім відомим правилом. Враховуючи нелегкі події в країні і вектор європейського розвитку нашої країни, не питай, що держава може зробити для тебе, питай, що ти можеш зробити для держави. Навчаючись в аспірантурі Одеського регіонального інституту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національної академії
державного управління. Це ошибка по Фрейду. На кафедрі європейської інтеграції. Ми дуже часто вивчали це питання. І в ході цього вивчення нам приводили таку притчу, яка полягає в тому, що один східний мудрець казав своїм учням, якщо ви хочете навести лад у своїй країні, наведіть лад у своїй області. Якщо ви хочете навести лад у своїй області, наведіть лад у своєму районі. Якщо хочете навести лад у районі, наведіть лад на вулиці. На вулиці, у домі, навели у домі, наведіть лад у своєму серці, душі і голові. Якщо буде усе починатися з тебе, тоді все буде навкруги змінюватися. Ми в рамках святкування 25-ї річниці Незалежності України... Напередодні ми зустрічалися з вами, Сергій Миколаївич, районі. Так, і ви обіцяли, що будуть дуже великі урочистості. Так, і безпосередньо назва цього заходу у нас була «Україна і Європа починається з тебе». І саме ось таку думку, що усе безпосередньо залежить, багато від чого, залежить від тебе. Тому що навіть у рамках підготовки цього великого заходу, все залежало від людей, які його готували. За нас ніхто нічого не зробить. Під лежаче каміння вода не потече. Все починається з нас. Угу. І як пройшли все ж таки кілька слів про урочистості, Сергій Миколаївич? Я знаю, що на високому рівні, але все ж таки... Я хочу сказати, що усі ті ресурси, які були нам до снаги задіяти, ми задіяли. І результат дійсно, нас потішив. Ви задоволені, так? Немає кінцевого... Є до чого прагнути ще. Угу. Але дуже-дуже добре вийшло все. Було безліч різноманітних гостей і поважних гостей. Була на нашому районному святі голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленка. Був народний депутат Олександр Олександрович Жолобецький. Що нам дуже приємно, що окрім нашого керівництва безпосереднього, в районного голова районної ради, голова районної адміністрації, керівники структурних підрозділів, всі були присутні на заходах, ще були присутні звичайні люди і мешканці Вітовського району. Сільські голови забезпечили доставку певних делегацій людей, які могли б побачити ось це, все цей захід. Він складався із двох частин. Перша – це урочиста церемонія нагородження. Нагородження кращих, так? Нагородження кращих людей Вітовського району. Була дуже цікава підхід до кандидатів. Бралися лише ті, хто пропрацював дуже великий час у Вітовському районі, тому що 25 років незалежності, стаж роботи яких у даному районі там 10-15 років. Були нагороджені спортсмени, були нагороджені учасники антитерористичної операції. І у першій частині було вручено десь біля 100 різноманітних грамот, подяк, нагород. Ви намагались нікого не забути, так? Нікого. Да, апарат. Тобто ображених практично не було. Ми так сподіваємось. Угу. А друга частина – це був такий феєричний концерт. Він складався не лише з творчих колективів того населеного пункту, в якому ми проводили захід, село Шевченково, але і з інших колективів усієї Вітовської сторони. Було файно. Я хочу сказать, что Сергей Николаевич скромно упомянул о размахе нашего мероприятия. Я имею в виду не областной масштаб, а наш районный масштаб такой беспрецедентной акции. Наверное, можно на пальцах пересчитать, сколько раз они происходили. И что я хочу отметить, что при подготовке этого мероприятия наша команда, я могу ее так назвать, это районная рада Матвеев Игорь Семенович и Красивский Сергей Вячеславович, это районная облдеш администрация Александр... Районная государственная администрация. Демчук Александр Николаевич, его заступники, Коновалова Татьяна Петровна, в общем, все подразделы. Мы были вот теми людьми, о которых я вам говорила в свете истории. Мы были людьми, распространяют пули. Да, вы знаете, сначала, когда поставлена была цель очень высокая и практически недостижимая ввиду финансовых каких-то проблем и так далее, ресурсных, то читался на лицах людей, читался не пессимизм, но безнадежность. Угу. А потом как-то мы поняли, что делать все равно надо.
И если уже мы делаем, так давайте уже делать качественно. И мы так хорошо все аккумулировали свои силы. И вот я, пользуясь случаем, благодарю всю нашу команду, весь Витовский район. Большое спасибо нам и вам, дорогие мои коллеги, за то, что мы смогли это сделать, за то, что такой неподъемный труд нам оказался по плечу. И это дает нам уверенность в завтрашнем дне и в том, что мы с вами можем достигать все больших и больших высот. Так вот, мы делали такое, чего даже не могли представить, что мы можем такое сделать. Приехав на место в Шевченко, в село Шевченково и зайдя в Дом культуры, наш голова спросил: «А где у вас тут оркестровая яма?» Оркестровая яма зашита 25 лет назад. И глава сельради Тетяна Петровна Шакунова, можна сказати, молода дівчина, їй 37 лет, така дуже тендітна, но дуже розумна. Вона, бідно, у неї глаза відкрились. Вона говорить: «Яма зашита». Олександр Николаевич говорить: «Значить, яму ми розшиваємо». Это был шок. Но, знаете, глаза боятся, а руки делают. И таки расшили. И в результате мы привели Дом культуры в такой вид, который должен соответствовать большому районному мероприятию. С оркестровой ямой, с дорожками, с фейерверками. И что мне очень понравилось, что на это мероприятие был привезен огромный надувной экран, который стоял на улице возле Дома культуры. И после всех урочистостей на нем транслировали концерт «Океана Эльзы». И это был такой подарок администрации для жителей села и для всех присутствующих. Это то, что воодушевило людей, это то, что дало им какую-то уверенность в завтрашнем дне, потому что та же культура, песни, да, песни и творчество Вакарчука или любого другого достойного исполнителя, это то, что дает нам уверенность в завтрашнем дне, что все будет добре. Хотелось бы, конечно, чтобы все было хорошо, но хорошо это или плохо, культуру постоянно трясет. То какие-то одни веяния, то другие. Я знаю, что сейчас объявлены конкурсы и в вашей структуре, вот в разных структурах объявлены конкурсы, и, по-моему, в медицинской области на замещение вакантных должностей там, разных людей. Как у вас это проходит? У вас тоже объявлены конкурсы? Да. У нас объявлен конкурс на замещение вакантных должностей директоров областных закладов культуры. И мы имеем надежду, мы имеем силы и желание участвовать в этом конкурсе. А как проходит процедура конкурса? Вот объявляется конкурс на замещение вакантной должности. И что это значит? Являється конкурс, були внесені зміни, був закон України про внесення змін до певних законів України, в тому числі і про культуру, про музеї, про бібліотечну справу, в якому прописана процедура відповідно того, як відбувається. Суть цього закону полягає у тому, щоб із безстрокових трудових відносин, тобто з трудової книжки, усі керівники закладів культури перейшли на контрактну форму роботи. Тобто це зміни істотних умов праці. Таким чином, усім керівникам пропонується також подавати свою кандидатуру для того, щоб брати участь у конкурсі. Але можуть подавати не лише нині діючі керівники, а й інші працівники сфери культури, які відповідають певним критеріям. Це і стаж роботи не менше 3 років, це і володіння державною мовою, це і наявність вищої освіти. Якщо всі ці критерії в наявності, то тоді збирається відповідний пакет документів, надсилається на поштову адресу, в нашому випадку, управління культури, створюється розпорядженням голови облдержадміністрації, комісія на кожен окремий заклад культури. Комісія на першому своєму засіданні вивчає ці документи, чи відповідають вони безпосередньо критеріям, допускають або не допускають бажаючих конкурсантів. А вже на другому етапі відбувається засідання конкурсної комісії разом з громадськістю, з засобами масової інформації і презентація кожним кандидатом своєї програми розвитку відповідно до закону, розвитку закладу на 1,5 років. І комісія потім або таємним, або відкритим голосуванням голосує. Секретар комісії вираховує людину, яка набрала найбільшу кількість балів, і він є переможцем відповідно до комісії. Ну, це така нова форма обирання керівників. Да, раніше це, такого да, не було, це нова форма, да. Нова форма обирання
керівників, руководителей. Да. Да, и это мы позаимствовали из других культур, если так можно выразиться. Угу. Единственное, что я бы хотела сказать с экрана, что в нашем менталитете такая форма выборов иногда воспринимается как личное, как что-то личное, да, и идя на конкурс, очень многие претенденты, я не говорю за себя, я говорю в общем, это трактуют как соревнование, как соревнование, как под... Но если соревнование, это еще ничего, Катя. Главное, чтобы не трактовали, может быть, ты имеешь в виду, что как подкапывание под тебя? Ну, вот, да? Личностное соревнование. Да, вот именно личностное соревнование. Это в корне неправильно. Это в корне неправильно, и, возможно, для нашей страны, для нашего менталитета нужна бы была немножко другая форма. Угу. Потому что в ходе вот этой борьбы предвыборной, хочешь или не хочешь, есть определенные рычаги социальных влияний, как с плюсом, так и с минусом. И когда ты видишь, что твои знакомые, потому что у нас город маленький, и в сфере культуры мы все друг друга знаем, и когда те или другие знакомые, которые участвуют в этой предвыборной кампании, используют, ну, грубо говоря, черный пиар, я возвращаюсь к теме культуры во всем. Угу. Ну, мы же недаром начали с этого. Да, я возвращаюсь к теме культуры во всем, то есть... Выберут тебя или не выберут тебя, это не цель жизни, это небо на земле не упадет. Не, выберут хорошо, не выберут, ну, значит, есть к чему стремиться, правильно? Ты, да, вот, допустим, я сейчас в Витовском районе, у меня есть чем заниматься, у меня есть куда расти выше и шире. Если я стану директором областного методического центра, куда я подала документы, я буду работать в этом поле. Нет? Не вопрос. Я остаюсь в Витовском районе и делаю то же самое, только поднимая определенный район. И, разумеется, никаких, как сейчас модно говорить, терок или каких-то претензий абсолютно нет. Абсолютно нет. И я за то, чтобы все люди сохраняли человечность. Это было бы очень хорошо, потому что, Катя, ты затронула главную тему, потому что и приближаются выборы, и тоже начинается вот это вот, ее еще нет, но мы уже слышим вот этот шум этой волны, mm-hmm. которая начинает катиться, а тот такой, а тот сякой. Mm-hmm. Как-то не хотелось бы, чтобы тот сякой, а этот такой, потому что все люди. Один мой знакомый народный депутат, киевлянин, не наш, не николаевский, он мне когда-то сказал суровую, но правду. Он говорит: Катерина, политика – это либо когда тебя, либо когда ты. Третьего не дано. Угу. И но... с одной стороны, это жестко, это грубо, это ломко. А с другой стороны, конечно, я выбираю позицию, когда я. Но я знаю, что мои... какие-то там общечеловеческие ценности, мое мировоззрение, мое восприятие этой жизни, я знаю, что оно правильное, потому что оно дает определенные плоды, которые я вижу. Я вижу свою работу по плодам. И лучше я буду тем человеком, который насаждает доброе, вечное, хорошее. Конечно, Катя, конечно, потому что этот период пройдет, а потом как-то, даже не потому, что у нас маленький город, любой город, все равно все друг друга знают в какой-то определенной области, будь то Киев, Москва или Сан-Франциско, вот определенные области все друг друга знают. И как-то хотелось бы, чтобы сохранять человеческое лицо по отношению ко всем. Друзья мои, ну это хорошо, что вы принимаете участие в конкурсе, вы знаете, пусть это не совсем совершенно сейчас модель избирания руководителя, но... Если вообще ничего не делать, то, как ты рассказала, с оркестровой ямой, да. Катя. То есть, если ничего не делать, тогда, ну, и все, тогда мы вообще никуда и не попадем, друзья мои. Ну, у даному конкурсі є дуже багато позитивних моментів. Вже той факт, що декілька кандидатів мають змогу показати своє бачення розвитку закладу, це дуже добре. І навіть той керівник, який його оберуть, він матиме змогу щось запозичити у своїх колег-конкурентів. І це дуже добре. На сьогоднішній день, крім конкурсів, ще багато питань, які турбують вас як керівників культури Вітовського району. Будь ласка, Сергій Миколаївич, наприклад, набір дітей у дитячі музичні школи, так? Так, у нас разом з загальноосвітніми навчальними закладами починаються
навчання і в наших дитячих музичних школах. Їх у нас у Вітовському районі нараховується 3 дитячі музичні школи і 7 філіалів. Загальна середня кількість учнів десь біля 500 учнів. Цього року ми трошки на приблизно на 5-10 гривень збільшуємо середню за плату за навчання. Тому що ми проаналізували з керівниками попит людей, дітей, їх батьків. І це збільшення на такі спеціальності, самі, що є зараз ходові. Це музичне мистецтво, естрадний вокал, хореографія. А, звісно, на ті, яких потрібно лелеяти, це народні інструменти, то там залишається все без змін. І ми лише будемо вдячні, якщо до нас будуть діти приходити на заняття. А давно хореографія стала викладати в музичних школах? Музичні школи – це ми так в простонароді кажемо. Угу. А по суті це початково спеціалізований мистецький навчальний заклад школи естетичного виховання. Це угу. воно так офіційно називається. І безпосередньо в рамках цієї школи естетичного виховання є і театральне відділення, є і музичне відділення, угу. і відділення хореографії, і художнє. Тому що в міських музичних школах такого предмету, як хореографія або театральне мистецтво, ну, тому що город має віддільну художественну школу, віддільну музикальну, віддільні хореографічні колективи, а села не розполагають такими. А вам приходиться все в одному. Да. І бути. Ну це дає змогу бути на озброєнні усіма жанрами. Да. Хочу сказати, недавно мені на глаза попалось таке висказування, що человек, который занимается в музыкальной школе, в будущем не пойдет воровать. Вот такая хорошая ассоциация, и базируясь на ней, хочу обратиться к вам, дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки. Приучайте детей к музыке, приучайте к хореографии, к художественному искусству, к художественному слову. Это хорошо. Это хорошо, потому что дети, столкнувшись в жизни с какими-то трудностями, будут искать выход, решение этих проблем в искусстве, а не в каких-то негативных проявлениях нашей жизни. И я хочу сказать, что люди, которым повезло в жизни и которые имели в своем нежном возрасте становления хорошего педагога, не только предметника педагога, там, по фортепиано или по физике, а педагога, человека-педагога, который влюбил его в свое дело, который зажег его, понимаете, он зажег его физике, но эта искра будет гореть, и ребенок достигнет в музыке каких-то побед. Сколько есть примеров ученых, ставших известными музыкантами, или наоборот, музыкантами, которые были учеными. Тот же теория невероятности. Эйнштейн. Какой он был скрипач замечательный. Он готовился на конкурсы скрипичные. А занятие скрипкой развивает полушария, которые отвечают за аналитику. И, собственно, если вы, дорогие зрители, хотите дать хоть какой-то шанс своему ребенку быть нобелевским лауреатом, учите его игре на музыкальных инструментах. Не обязательно на скрипке, не обязательно, да, Катя? Не обязательно. Ну, хотя бы на чем-нибудь. Да. Да, потому что пусть лучше наши дети, друзья мои, разучивают гаммы, чем бегают по улицам в поисках сомнительных приключений. И у вас, по-моему, Сергей Николаевич, есть еще идеи по поводу создания новых кружков. У нас всего 2 минуты, но я думаю, мы успеем за эти 2 минуты подвести итог. Да, завдячуючи районній державній адміністрації, районній ради, нам також продовжують виділяти додаткові штатні одиниці у заклади культури клубного типу. Нещодавно було виділено 1 ставку у Михайло-Ларінський сільський клуб, і там з міста Миколаєва до цього населеного пункту переїхав наш знайомий, дуже талановита людина, і ми йому запропонували роботу, і він на нашу пропозицію погодився. Тобто будуть створюватися у цьому Михайло-Ларінському сільському клубі, в якому будівлі самої немає, але сам клуб, вони збираються у сільській раді, вони збираються у загальноосвітній школі, він є. І тому буде створений ще один там колектив, скажімо, там, музичного направлення. Здорово. І що приближається День села. Звіньте, що я тороплю вас, ну, зовсім мало времени. Да? І що у вас великі, Катя, 2 слова. Так, осінь – це день урожаїв, дней сел. На осінь припадает много день много, сел в нашем много, районе, да. Так точно. И у нас такая есть хорошая традиция, да. Праздновать дни. Да, 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 причем праздновать их
Широко. Широко. И в этом году, вот из тех проектов, которые мы планируем, один из – это фестиваль казацкого искусства, казацкого боевого искусства, казацкого искусства танца, песни, кулинарии, который мы планируем провести в Воскресенске. Уже оргкомитет работает, уже поступают очень много идей интересных, и я думаю, что это то мероприятие, о котором мы сможем рассказать в дальнейших передачах. А когда, Катя? Когда? 14 октября. 14 октября. Покрова и День казацтва. Да. Друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Друзья мои, и я думаю, что мы с вами недаром провели это время в эфире, потому что вы увидели, что есть люди, которые не ссылаются, а тот такой, а тот всякой, а просто делают свое дело. И от того, как мы с вами, каждый из нас делает свое дело, и зависит, в принципе, и наша с вами жизнь. Пусть она будет радостной. Це була розмова на тему. На все добре.